страна в мире, которая когда-то применила ядерное оружие. Причем применила против неядерной страны. Против Японии. Мы что, это просто вычеркнули из памяти, что ли? Нет. Мы не можем это вычеркнуть. И мы всегда будем реагировать на угрозы, которые возникают в будущем. Вот знаете, я сейчас скажу очень простые вещи. Очень простые. Понятные. И на самом деле они лежат в основе многого, что происходит в наших отношениях с Соединенными Штатами. Мы единственная страна, кроме США, которая имеет ядерную триаду на Земле, в воздухе и в океане. И количество ракет, и мощь, возможность доставки сопоставимы. И именно это лежит в основе очень многих решений, направлено в том числе на сдерживание России. Вот когда нам в Совете Безопасности ООН показывают какой-то порошок, который якобы найден в Багдаде либо где-то на другой территории Ирака, и под этим предлогом, под предлогом того, что этот порошок является средством массового уничтожения, нужно вторгнуться в страну, ликвидировать там армию, повесить руководителей, какими бы они ни были. А потом выясняется, что никакого оружия массового уничтожения там нет, у меня сомнения возникают. Так ли наши партнеры искренне? Мне кажется, что наши партнеры не хотят союзников. Они хотят вассалов. Они хотят управлять.